Всем огромный привет, надеюсь, что у вас все хорошо. И в сегодняшнем видео макияж, вдохновленный замечательной певицей Кэти Перри. Я уже нанесла базу под тени от Urban Decay, и сейчас на всю поверхность века наношу тени от NYX в оттенке Nude. Мне очень помогает прочертить невидимую линию от конца брови. Таким образом, стрелка смотрится органично. Сначала я рисую кончик стрелки, затем короткими штрихами прохожу по линии роста ресниц. Теперь рисую саму стрелочку. Соединяю две части. Ничего страшного, если будут неровности. У нас еще будет возможность их исправить. Для яркого акцента я беру кремовые тени Maybelline Color Tattoo и рисую цветную стрелку сразу над черной. Мои тени немного подсохли, что усложняет нанесение. С новыми таких проблем не будет. Эта стрелочка должна быть чуть длиннее. Как видите, я снова беру черную подводку, чтобы сделать линии более аккуратными и четкими. Следующий этап – тени опять же Maybelline Color Tattoo золотого оттенка. Наношу их по нижнему краю и также на водную линию. Кстати, кремовые тени у Maybelline водостойкие, так что можно ничего не бояться. Я решила поверх нанести оттенок Half-Baked из палетки Naked 1, просто чтобы сделать цвет более бронзовым. Вы можете пропустить этот шаг. Опять же, совсем не обязательно брать накладные ресницы, но образ Кэти Перри без них был бы незаконченным. И последний шаг. Губы. Я выбрала помаду от Maybelline в оттенке Hot Plum. Салфетка необходима для создания эффекта матовых губ. Я решила добавить сверху помаду от MAC нежно-розового оттенка. Мне кажется, только так получается цвет, близкий к тому, что у Кэти Перри. Вот такой получился макияж. Двойные стрелки будут актуальны этим летом, так что надеюсь, вам понравилось.